бассейне зимний период РЖД временно отменят 19 пар поездов дальнего следования и сократят периодичность курсирования еще 38 пар. Речь идет о рейсах, спрос на которые приблизился к минимальному и для которых есть альтернативные железнодорожные маршруты. Многие пассажиры не могут сейчас планировать поездки на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Средства за проездные документы, купленные на отмененные рейсы, можно вернуть в полном объеме.